Юный Иван Амелин мечтает о боксерском ринге и больших победах, а потому тренировки посещает исправно и очень старается. Мама будущего чемпиона радуется успехам сына и тому, что теперь посещать занятия стало удобнее. Нас это очень устраивает, тем более мы все тут рядышком живем, не надо никуда ездить, свои дела закончили, сделали, побежали тренироваться. Тренировки ежедневные, доступные. В летнее время тренировки по футболу и боксу проходят на открытых спортивных площадках микрорайона. Записаться в секцию могут все желающие. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию или общественный совет микрорайона. Мы здесь вот только начали 2 недели, чтобы о нас узнали, пришли сюда. Вот. И если, дай бог, нам откроют в школе секцию, ну, я думаю, что будет много заинтересованных людей, которые захотят побоксировать. В конце апреля на прием к депутату городской думы Юрию Левину обратились жители микрорайона «Крутые ключи» с просьбой организовать спортивные секции. Еще один запрос поступил от Федерации бокса Самарской области о возможности открытия секции бокса. Детский спорт в этом плане, на мой взгляд, ну, это одно из самых правильных мероприятий, которые только можно придумать для детей. У нас существует договоренность с департаментом физкультуры и спорта городского округа Самара, с департаментом образования городского округа Самара о том, что во вновь открывающейся к 1 сентября этого года большой новой современной школе будут созданы и будут функционировать несколько детских секций спортивных по разным направлениям. Летние занятия во всех секциях бесплатные. Тренировки проходят под руководством опытных специалистов ежедневно в 19:00. Приглашаются мальчики и девочки всех возрастов. Юлия Черняева, Константин Головин. События.